Вот уже четвертый год Татьяна Бочкарева ответственна за хозяйство многоквартирного дома по улице Аэродромная, 70. К ней, как председателю, жильцы обращаются по многим вопросам. Кто-то интересуется благоустройством дворовой территории, кто-то узнает про предстоящие ремонтные работы, а кого-то волнует цена образования коммунальных услуг. Но на сегодняшний день главная обсуждаемая тема у жильцов Аэродромной, 70 – это ремонт инженерных коммуникаций в доме. Порой для решения текущих проблем Татьяне не хватает знания законов, поэтому она записалась на специальный семинар-тренинг для председателей МКД. Жилищное законодательство у нас меняется катастрофически быстро, и не успеваешь все, в общем-то, как я говорю, погуглить. По сути своей. Да, эти мероприятия важны и нужны действительно для старших по дому, даже для ЖКС, потому что у них там все значительно сложнее, чем, скажем так, в управляющей компании. Потому что если человек подкован, ему проще общаться, проще принимать решения. Специальное обучение председателей многоквартирных домов проводится с 15 апреля. Тренинги-семинары не только позволяют повысить грамотность в вопросах ЖКХ, но и служат площадкой, где жители города напрямую задают вопросы представителям управляющих компаний, фонда капитального ремонта или, например, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Здесь, в настоящий момент, вот сейчас у нас приглашены все эти представители этих организаций для того, чтобы воочию, глаза в глаза ответить людям на все вопросы, которые у них накопились. Вот, поэтому отзывы положительные, много вопросов, работаем в настоящий момент по данному направлению. Подобные семинары-тренинги проводятся не реже одного раза в неделю в формате групповых занятий. Каждое совещание у нас полный зал, то есть людей эти вопросы интересуют, там очень интересные материалы раздаточные, то есть у них там и рабочие тетради есть, и образцы документов, которые им необходимо заполнять. Все это подробно все рассказывается, здесь можно сразу же после семинара получить консультацию специалистов соответствующих структур, то есть тут и фонд капитального ремонта, и рекоператор, и государственное жилище. Обучающие семинары проводятся по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Еще в начале года он выступил за создание специального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН и ЖСК. И уже в марте центр полноценно заработал. Именно он отвечает за проведение тренингов во всех районах города, которые продолжатся и в будущем. Анатолий Головко, Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.